Восьмиклассник Никита Кириллов разработал проект капсульного железнодорожного состава. Макет в масштабе 1 к 100 наглядно демонстрирует принцип работы. Согласно идее, пассажирам не нужно будет ждать поезда на платформе и вообще выходить из здания вокзала. Люди усаживаются в капсулу, которая на магнитно-воздушной подушке перемещается сразу в вагон. Согласно купленным билетам по расписанию, смотрят свой поезд. Говорят, пришел поезд, номер такой-то. Начинается посадка пассажиров в капсулу. Далее поступает на каретку, механизм поступает в револьвер и мчится по желобу со скоростью примерно где-то 700 км в час. За успехи в работе Никита награжден именной краевой стипендией. Мальчик – настоящее юное дарование. Он вырос в семье певцов, но к музыке остался равнодушным. Его любовь – техника. Школьник не раз становился призером региональных и всероссийских конкурсов. К слову, Никита Кириллов – уже третий ученик Ингольской железнодорожной школы, удостоенный стипендии имени академика Решетнева за достижения в области технических наук. Важную роль в становлении учеников играет их наставник. Олег Бабешко работает с детьми свыше 20 лет, награжден медалью «За вклад в развитие образования». Раньше преподавал технологию и черчение, но нашел призвание в другом. Создал кружок технической деятельности. За время работы его воспитанники создали десяток уникальных проектов и одержали победы во многих конкурсах. Идеи они находят в повседневных вещах. В начале учебного года просто садимся, у нас небольшая планировка, чем будем заниматься. И у ребят за летние каникулы уже выработалась какая-то идея. Вот мы ее обговорим, то есть соизмеряем свои силы в мастерской, оборудование, возможности и воплощаем в это в жизнь. Главная мечта педагога, чтобы его воспитанники не бросали техническое творчество после окончания школы. Напутствие учителя готов воплотить в жизнь Никита. Он планирует стать инженером-конструктором. Именную стипендию собирается откладывать на обучение в ВУЗе. Но хочу поступить имени Решетнева, потому что мне нравятся ракетные двигатели, ракеты, система связи. Но я планирую связать свою жизнь с этим. Сейчас Никита работает над новым проектом. Его впечатлили проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды-колясочники. Теперь вместе с учителем он создает колесо, которое сможет шагать. Такая необычная конструкция должна облегчить передвижение по лестницам, где нет пандусов. Принцип работы у него такой. Инвалид, подъезжая к ступенькам, нажимает рычажок, тем самым как бы заряжает спицы. Подъезжая к ступенькам, спицы по направляющей начинают выстреливать. По принципу, до касания со ступенькой. Выстрелила, закрепилась. После того, как механизм будет доработан, его смогут испытать в реальных условиях. И это станет еще одной конкурсной работой, которую когда-нибудь смогут применить и в жизни. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.